в автомобилях все просто, а мотоциклы – это отдельная песня. Перечислим, сколько бывает видов мотоциклов. Начнем с малого – скутер, триал для прыжков, бобер, трайк – перевозчик пассажира с нормальным сиденьем, лысый, без обтекателей вообще, чоппер – профессиональный городской, спортивный, стандартный, спортивный на дальние дистанции, комфортный на дальние дистанции, внедорожный и крейсер. О как! Honda V45, она же VF750C, это и есть крейсер, а по-английски крузер. Называлась она Super Magna и производилась с 1987 по 1988 год. Вообще-то крузеры как бы вписаны только для отечественных потомков. То есть это класс, в котором живут, естественно, Харлеи. Но в малом количестве присутствуют Yamaha V-Star, Kawasaki KZ1000 и Honda Shadow. Но мы про Magna, про двигатель V4. В 1982 году была поставлена сложная задача. После энергетического кризиса 70-х вернуть нацию на два колеса. В то время и в Америке-то было не сладко, примерно то же, что и сейчас в России. И только потихоньку Рейган начал оживлять мертвую экономику. Естественно, с деньгами и тогда было грустно, но Magna решила поставленную задачу. И хоть ее и критиковали за низкий уровень комфорта для езды на дальней дистанции и сыроватое ускорение, мотоцикл полюбился, к примеру, канадским бабушкам и был даже задействован для фильма «Долгая дорога». Что касается двигателя V4, цилиндры которого разбросаны под углом 90 градусов. Он хорошо балансирует между крутящим моментом для достойного ускорения и высокой мощностью. Да, конечно, это 750 кубиков, но и вес-то 250 кг. Шестиступенчатая коробка и цепная передача. Спереди дисковые тормоза, сзади барабан. Но если ее и пустили на рынок Америки, то она того стоит. То, что мне понравилось и нравится до сих пор, так это индивидуальный глушак на каждый цилиндр и цельнолитой задний алюминиевый диск. Видать, что-то не так с мотоциклетной модой, но в 1987 году было продано 16 тысяч Super Magna, а в 88 только 3,5. Ее сняли с производства до 1994 года. Полазив по дебрям интернета, я понял, что найти живую Magna удастся вряд ли. Да и не дешевая она ни хрена. Так что это одна из изюминок нашей коллекции.